И снова здрасте. Мы продолжаем играть Paint the Town Red. Играем, как всегда, пользовательские уровни, потому что разработчики не делают ничего. И сейчас к нам подъехала тема Хэллоуина. Подтащили мне пару уровней. Первый принес Якуза Меркидзи. Достаточно, так сказать, широко известный в узких кругах автор. Еще один уровень у нас от Викториуса лежит уже тоже в очереди. И мы немножко тему Хэллоуина, как говорится, поковыряем. Итак, сегодня у нас Spooky Party Rookus. Кто такой Rookus, я понятия не имею, а вот Spooky Party, тут все понятно, я думаю, даже переводить не надо. Автором почему-то прописан сервбот Меркидзи 2.0. Но, как бы, я так понимаю, что автор уровня это именно Якуза Меркидзи, потому что он сам пришел и этот уровень порекомендовал. Окей. Убираем на всякий случай музыку. И идем на эту самую Spooky Party. Разбираться, что там происходит. Наверняка массовые беспорядки будут. Нужно будет с ними там это самое все, как говорится, задержание массовое. Ну, в общем, все как всегда. Причем все неудачные, да, то есть все будут сопротивляться, как обычно, как это всегда в Painted Town Red происходит. Так, это там что такое бегает? Это кто у нас такой? Ты кто? Мелкий. Ты даже на это самое пришел. А что у тебя за костюм? Ты кто? Римский этот самый, как его? Куда круги нарезаешь? Погоди, с тобой разговариваю. Ты побежал, стой! Стой, сволочь! Стой! Странный мелкий чувак в белой тряпке. Вправо прижимаемся, останавливаемся. Вправо прижаться, остановиться, говорю. У нас преследование, не остановка. На требования об остановке не реагируют. Ведем преследование по городу. Сюда можно выйти? Нельзя? А что у нас там? О, фонарики. Круто. Прям атмосфера, атмосфера. Что у нас здесь есть? Щит. И мечи есть даже. Но пока я мечи брать не буду. Я думаю, тут как бы противники не те, чтобы мечи на них брать-то. Правильно? Алкоголь вредит здоровью. Смотрите. Видите? Я же говорил. Мелкий! Не выполнил требования об остановке. Задержан с применением силы. Эй! Ой! Ой! Как я его уронил хуком. У тебя из башки торчит хреновина, чувак. Успокойся, Даш. Лежи! Куда ты? Стой! О, мелкий встал. И лег обратно. Бланкш. А это костюм кого? Мешка с картошкой, что ли? Костюм мешка с картошкой. Прикольно. Напитки! Бесплатно! Держите. Раздаем напитки. Щит! Нет, нет, щит мы не раздаем. У этого алкаша уже бутылка в руках. Бам! Привет! Оп. А? Да, я ему по макушке пытаюсь стукнуть. О, попал. Повар. Повар, тебе надо подружиться с тем чуваком, который в костюме мешка с картошкой. Уйди. Оп. Не лезьте ко мне. Подсвечничек. А. Кстати, повар, это у тебя костюм повара или ты реально повар? Ты как бы определился бы. Это кто там такой весь обтеканный? Уйди! Вот бутылка ко мне свой подкрадывается, ё-моё! А, держи! Алкоголь вредит здоровью. Оп! Да ладно! А вот так, а вот здесь, а вот сюда. Еще один сзади подкрадывается. Вот говнюк подкрадун. Ненавижу подкрадунов. Ну. А это сразу прикидывается, что он за меня идет бить этих там... Кто? Да, блин, что происходит? Кто меня ударил вообще? Откуда они взялись? Кто, где? Ты что ли? Блин, надо положить это блюдо, я ни хрена не вижу. И когда у меня щит и блюдо вместе в руках, я ни черта не вижу. Но как он меня ударил, я не понимаю вообще. Как, откуда, чего, все лежали? Да ладно. Круто. Но не впечатлил. Здорово! Что-то
нас. Вода! Это из, походу, очень страшное кино, что ли, это? На! На нафиг! О, спорт! Спорт побеждает всех, видите? Пошли нафиг все. Ты тоже пошел нафиг. И ты тоже туда же. Гантелькой. Лови. Да куда вы все так-то меня-то бежите-то, ё-моё? Чё я вам тут? Я один, вас много. Давайте в очередь вставайте. По одному. Все-таки встал. А я подозревал, что он встанет, падла хитрая. Так, где у нас еще бутылки? Алкоголь вредит здоровью. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Куда лезешь? На кого нападаешь? А куда? Куда? Что? О, блин, у меня щит сломали. Ах ты мразь. Взял, сломал, у меня щит. Да ё-моё! Откуда он взялся? Вот откуда он взялся? Его вообще здесь не было, даже близко не было. Куда он взялся? Куда ты со своим стулом там полез? Ну куда? Ну куда? Ну куда? Ну не ваш уровень, ребят. Ну успокойтесь его. Блин, они прям толпой прибежали. Мне пора меч брать. Все, пора брать меч. На нафиг, на нафиг. А вот так в почку. Бутылочку дайте. Спасибо. Вот какой-то прочненький. Ну да. Я поторопился насчет прочности. Поварёшка. Уйди. Мешаешь проходу. Вот так. Что их так много-то, а? В одном-то месте. Я говорю, идите по очереди, подходите. Нет, они все шоблы на меня. Да ладно. Так. Опа. Оп. Ё-моё, откуда они такой шоблой-то все? Их тут уже сколько набежало? Она! Ага, проскочил. И вторец, и вот так. И стул я забираю. И беру второй стул. Тактика. Блин, не попал. Не попал. Блин, не попал. А вот так. Ё-моё, блин, как что происходит-то? Это какой-то уже не Хэллоуин, а реальный кошмар какой-то. Тут прибежало сколько? Человек 30? Если не 50. Ё-моё, и все ко мне. Ух. Уйди! На нафиг! Ну да, так все и было. Так. Держите! Все, вот туда. О, тут у нас есть инструмент. На по голове! На по голове! На по голове! Нормально вам? Хорошо. Вот мне тоже не нравится, когда на меня нападают. Куда-то лежи ты. Вот так. Это я возьму, спасибо. Так, вроде как-то раскидал. Вроде как-то раскидал. Но их там все равно, посмотрите, сколько их там еще, ё-моё. И они все прибежали сюда. Мне страшно предположить, сколько их там дальше еще будет.
если сейчас сюда набежала вот такая вот толпа. Так, этого все убрали. Ха-ха-ха! Вот это хук! Вот это классный хук! Ава! Так. Ах ты неблагодарная тварь, я тебе помог. А ты что? Ага, он еще прикинулся дохлым. Музычка полетела куда-то. Рюмки, стулья. Все выкидываем. Наводим порядок в доме. А это что за лупоглазая хрень, возомнившая себя котом? Ё-моё. О, тут же есть инструменты воздействия. Че я... На! В глаз. Этой штуковиной прикольно в глаз тыкать. На нафиг. Но еще кто где? Хорош. Это тишина? Нет, ни хрена не тишина. Музыка останавливает зло. Так, я здесь все, по-моему, уже израсходовал, что мог. Ё-моё, опять они ко мне бегут. И чем дальше, тем их больше. Что у тебя там? Дубина? Где ты ее взял? Вооруженное нападение? Ах ты ж падла. У нас еще два бильярдиста, которые играют кубическим... Кубический бильярд. Уф. Ну ничего себе. Вы посмотрите, сколько их в одной точке-то было. И сколько их там еще дальше. Еще столько же, если не больше. Это же кошмар какой, ужас. Ужас. Причем не хэллоуинский ужас, а прям настоящий ужас. Воу-воу-воу-воу. Бочонок! 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 Пулом! Бочонком! А ты чё тут сидишь? Грустишь? Тебе грустно? Давай я развеселю. Пулом. На! Напитки бесплатные! Жри! Сволочь! Пока дают! Лежать! Лежать, я сказал! Это чё? На нафиг! И пинка под срак! Под сраку, говорю! О! Подсвечничек. Да ё-моё, он что, вообще бессмертный? Уйди, тыква. Да, он бессмертный. Он случайно не из этого суши-хауса пришел? Да, граждане, прекратить массовые беспорядки. Иначе всем придется в отдел проехать. Ну-ка. А нафиг. Да зачем я туда-то? Вот сюда-то. Вот так. А ты еще вот здесь. Нормально. Лежать. Лежать. Тихо, 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 тихо. Ты что? На нафиг. Ух, как хорошо пошел. Не, хук работает неплохо. Если попасть куда-то там в какую-то точку, которую я не знаю. Деньги. Вот вам деньги. Отстаньте от меня. Напитки бесплатные, блин. Да ладно. Что-то ты злой такой, прям орешь, как черт. Что-то у нас опять бутылки. Да ладно. Да е-мое, как так-то? Надо было попасть. Все?
Сразу такая приятная тишина. Это что, они дерево испохабили только для праздника? Ой, блин. Ой, блин. Ой, зря. Ой, зря. Хыщ, хыщ. Что там такое? На отходе. Джебом его. Левым. Liminal Nightmares. А, это Little Nightmares. Отсылка. Saloon of the Dead. Это House of the Dead, наверное. Был такой автомат когда-то еще в 90-е годы. На Sega, по-моему, эта игра была. House of the Dead. Тут пистолет висел. Два пистолета. Вдвоем можно было играть. И, соответственно, там нужно было ходить по дому и отстреливать всяких страшных мертвяков. Вот, full panic, это я не знаю. No more room beneath Saturday the 4th. Nightmare on Bitter City Street. Pumpkin. Carving Simulator. Fire Massacre. Mansion. Это я вот это не знаю. Супербайкер Boss World. Это понятно. Undead. No Life 3. Half-Life. Что это такое? Как Half-Life, отсылка к Half-Life, к третьему, который никогда не выйдет. Прикольно. Не, отсылки прикольно сделаны. Не, уровень, конечно, сделан круто. Но врагов столько, что я прям уже бояться начинаю за свое здоровье. Вот так вот. Бокс рулит. Там ходишь взад вперед. А блин, он уворачивается. Я понял, зачем он ходит взад вперед. А, от стула не увернешься. Раскидал. Так, что у нас здесь? Ну-ка, прекратили драку. Немедленно. Чего? Где он? Почему он туда улетел? Он повис на этой хреновине. Как это так это? Как тут физика работает? Ну тут своя физика в этой игре, я понимаю. А, покушай, успокойся. Погрызи мясу. Это успокаивает. Меня-то уж точно успокаивает. На нафиг. Как мы его вдвоем завалили, да? А теперь давай тебя тоже заодно. Тоже нафиг не нужен. Подкрадун. Смотрите, сзади пытается подкрасться ударить. Это падла какая. Это же просто гад. Сволочь. Что у нас здесь такое? Рикенди. Блин. Фри кенди. Давайте раздадим всем кенди. Фри. Пью. 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 Кушайте, не обляпайтесь. Всем фри кенди, пацаны. Всем фри кенди. Да где вы там? Да нафиг. Я тоже фрикенди. Все за фрикенди пришли. Оп. И все. Эй, тихо. Вы что? Так, а чего столько набежал-то? Потому что я кого-то конфеты кинул. Вы что-то пофонарели все совсем. Так, тетка минус. Дальше. Там еще. На, нафиг. А, подкрадун, мразь. Знаешь, что бывает с подкрадунами? Вот что. Держи. Ухо. А нафиг. Ибо нефиг. Хотя, в принципе-то, пофиг. Джеб. И ты упал. Ха-ха. Бокс тащит. Если, конечно, противник не боксер. Так, здесь все, что ли? Эти все уже куда-то убежали сами? Можно еще кому-нибудь кенди раздать. Начать со стула, потом до кенди добраться. Пью, попал. И где они там все? Я не вижу, кому кенди выдавать. Рикенди, бам! Рикенди, плиз!
Плиз, Фрикенди, плиз. Да ёп моё. Чё, всё, что ли? Где кто? Что? Наверху, что ли? А, это наверху, это нормально. Так, и долго я буду таскать с собой эту фрикенди? А, вон можно выдать там кого-нибудь фрикенди. Пожалуйста, фрикенди. Оп. 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 Воу-воу-воу. Чё ты делаешь? Из-под тишка хочешь напасть? Бам! Вот надо вот так делать, из-под тишка нападать. Бегаешь так вот, бум, бум, и еще бум. Один минус, второй просто упал. Можно второго попинать. И все. Потом идешь дальше. Это что за БДСМ такой? Ну, и чё? Ничего себе, они там вооружены все. Идите нафиг. Давайте вы друг друга сами перебьете, а потом уже я к вам присоединюсь. Так, одного они вырубили. Или это я вырубил, или я им помог, они вырубили. Ага, докторшу разоружили бешеную. Воу-воу-воу. Хорошо. Где дубина? Я забрал. Я пытался поднять дубину. Вы видели, да? Пытался поднять дубину. Мразь. Так, кто-то там сам упал. Да-да. Минус. Бланш. Докторша. Это костюм, кстати, или она реально докторша? Все. Идем дальше. Это что такое? Liquid is just colored water. Да ладно. Это же молоко из одного уровня. Ого, ого. Not a real ranger. Тейзер, чё? Чё это такое? А, тут у нас оружие спрятано. Стреляющее. Ну-ка. Ща пойдем разбираться. А, нет. Так мы не пойдем разбираться. Тут как бы, ну, обычные противники. Зачем против них брать стреляющие это что-то? Надо брать на кого-нибудь, кто опасный. Вот что можно взять. Лучшее оружие всего. Как там люди в черном. Самый маленький пистолетик брали. Ну вот, и мы здесь возьмем тоже. И что? Мощное оружие. Видите как? Оп! 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 Ой-ой-ой-ой. Так, там еще один был такой же. Я сейчас, ребят, подождите, всем стоять. Я сейчас приду и объясню вам. Все. Я надеюсь, они не побегут за мной, не подберут арбалет. Не, у них стул. С маской черта. Фу, таким быть. Торсом. Ну, еще один черт. Меня ударить хотел? Да, я ударил раньше. Я умею. Ау, падла. Он меня пробил таки. Так, пойдем еще возьмем что-нибудь из инструментов. Там пила есть, например. Пила — классный инструмент. Вот. Идем. Хе-хе-хе. Да ты предсказуемый. Ты предсказуемый. О, вот так работает пила. Еще почти вытащил у него эту штуку из башки. Ну-ка, надо попробовать вытащить ее.
Так я ее вытащил, она свободная, она нигде не держится. Почему она не выпадает на пол? Привет! А я думал, тут оружие какое-нибудь есть. Усё. Я стул возьму, слышь? Вот так вот. Вот так вот. Ты у нас кто? У-у-у, вот куда мне нужен арбалет. Давайте сюда арбалет. Вот сейчас он нужен. Прям вот позарез. Где он? Сейчас я ему навтыкаю стрел. В нос, в глаз, в задницу. Куда попало? Куда попадет, туда и втыкнем. Воткнем, блин, ничего себе. Стоять! Стой, стрелять буду! Ну, поздно, конечно, уже, но лучше поздно, чем никогда. Эй, куда я застрял? А, вот, я все понял. На. Блин, какой живучий. Лови. Ну. Черт, что с тобой делать-то такие? Ты же, блин, ты сдохнешь когда-нибудь? Я возьму? Возьму, да. На. Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи, говорю! Отошел от меня, блин, отошел! В сторону, сволочь! Пошел вон! Да что ты будешь делать-то, а? Гад какой! Блин, нафиг! Музыки из Бенни Хилла не хватает. На нафиг! Вот так вот. И я победил. Все? Все? Есть еще кто? Есть кнопка какая-то. Ого! Рип-рип-рип-рип-рип. Все померли. Якуза Меркидзи. А, тут прям авторы. Широко известные. Так, слева направо тогда идем. Вам краш? Да, знаем, играли. Дачу. Дачуэста. Такого не помню. Викториус. Ну, это понятно, Викториус. APC Max, да, играли. А это кто? Апоглаб. Как оно там? Блин, не прочитать. Пайро Риал. Океан Мэн. Супаплеер. Припоминаю, Супаплеер, он, по-моему, с Викториусом работал. Кеншер. Кеншер, как оно там? Блин, я дальний ряд не могу прочитать. Монитор маленький. Надо больше монитор. Ну, короче, тут как бы прикололись над авторами, в общем. Тут и оружка у них, типа, с собой всякая. Тут и кепки у них даже есть. Лопаты, да. Да, я чувствую юмор у ребят на уровне. Этот сидит и смотрит на них, на всех, да, байкер-босс. Насмотрелся, все. Больше не смотрит, получил по рогам. Так, второй этаж. Идем на второй этаж. На втором этаже слышны удары по разным частям организма. Эть! Ага. Привет! Что это за костюмы такие у них? Что это за костюмы? Что это за костюм? Это костюм мумии, которую использовали как туалетную бумагу, что ли? Я не знаю. Press this button to... Сейчас сзади никто не ударит. To bring Sir Bot Merkidzi and Smiley Lad into combat. This will start combat. Так комбат уже... Комбат уже старт давным-давно. Так что вперед, ребят! Вперед! Завалите всех, я разрешаю. Мочите всех! Гасите всех, кого поймаете. Я разрешил, если что. Так, у меня закончилось оружие, дальше сами. Я вам помогу. Ты попасть по нему? Можешь попасть по нему? Не можешь. Они вообще по лежачим попадать не умеют.
А нафиг. Ау. У меня КД еще не прошло. Оп. Это что такое? Рюмка какая-то, что ли? Я с рюмкой должен воевать? Союзники, защищайте меня. Ха-ха-ха. Смотри, куда залезли. А, так вот. Я тебя прикрыл метким выстрелом рюмкой. Стаканом. Я не знаю, что там было. Бокалом. Хрен его знает. Короче, я тебя спас. Ничего себе, с одного удара. Двоих положил. Да не попадешь ты по нему, пока он не встанет. Успокойся. Идем сюда. Здесь сейчас будет Махач. Смотрите. Махач. Ребята. Ребята, спасайте меня. Они хотят меня побить. Они идут сюда. Эй, слышишь? Они меня побить хотят. Они ко мне бегут. Спасай. Ты что? Ты союзник или что? Где? Во, как она хорошо перелетела. Смотри-ка. Это я втащил метко. Мощно. Красиво. На нафиг. Эть. Хорош! Вот это было красиво. Два удара подряд. Один мой, один от него. И этот падает. А, блин, кто меня ударил-то? Я же от него закрылся. Как он меня ударил? Как он меня пробил через блок? Эй! Я требую объяснений. Пошел вон. А ты что тут расселся, алкаш? О, блин, у него сабля. И ты нафиг. Сабля меня свою рубанет. Гнида. Ну да, он уже попытался. Я лучше пойду к союзникам. Они там кого-то бьют опять. Я с тыла зашел. Тактика. Ё-моё. На нафиг. Получил, да? Понял, да, у кого тут союзники рулят? Кстати, а где второй? А, вон они оба. Бейте его, бейте, бейте. Давайте, я его задержал, бейте. Да ё-моё. Я извиняюсь, я случайно, я в него целил. Где его сабля, кстати? Куда он ее дел, этот уродец? Сабля где? Куда саблю дел, слышь? Паскуда. Саблю просрал куда-то. А, вот она. Нашел, все. Так, пацаны, вы где, пацаны? Ребят, вы где? Оу. Народ, а вы где? Эй, оу. Куда они делись-то? А где они? Что происходит? Союзники? Союзники, вы где? Где они? Куда они подевались? Да блин, мне страшно, ребят, одному. А где еще девятеро? Девять рыл где-то еще должны быть. Ну-ка, показывай дорогу. Вот они, я нашел. Смотрите. Ребята, на помощь! Меня хотят бить! Спасайте меня толпой! Быстрее! Все сюда бегом! Скорее! Да где вы там шаритесь-то? Где они ползают? А, вон они прибежали. Сейчас они там всех завалят быстро. Вперед! Давай! Ау, он не сдох. Я его стулом буду добивать. Да и блин, стул, ты что делаешь? Срикошетил, падла. Одного я отвлек. Завали второго. Оп-оп. Да-да, сейчас, ага. Ребята, ребята, ребята.
Все, я убрал одного. Я одного завалил. Я даже двоих завалил. Одного я здесь секанул сабля, а второго завалил. Но они серые, я их не видел на этом фоне. Прикольно. Сколько там их осталось еще? Где там еще кто? Я не знаю, я не вижу никого. Где у нас тут еще кто где? Туалет. Пусто. Здесь пусто. Ребята! Пацаны, идите сюда. Хотите поржать? У нас тут обосранная мумия спит. Смотрите, он все это время дрых. Он здесь спал. Эй, давай дай ему лопатой. Тащи его. Давай. Дай ему в нос. Вот так вот. Осталось 3. Где-то, значит, еще один, и тогда останется 2 союзника. А где еще один? Тоже где-то дрыхнет, небось. Я не знаю, где еще один. Еще одного надо где-то найти, и тогда как бы уже там останется 2 союзника, и все, и на этом будет завершение, наверное. А, вот они! Пацаны, сюда ко мне бегом! Я нашел 2 дебилов. Каких-то страшных. Они... Воу-воу-воу, они вооружены, по-моему. Он вооружен. Ребята, на помощь! Быстро, скорее! Спасайте меня все! Спасайте меня толпой! Бейте их! Бей его! Вот этого бей! Бес! Он по мне стрельнет, я сдохну. А я не хочу. Да не того бьешь, вот этого бей! Видишь, он на меня прям бежит. Он хочет по мне стрельнуть из чего-то страшного. У него что-то там гранатомет какой-то. Пулемет, автомат, наган. Где он? Вон он. Дай ему. Бей его по щам. Блин, у меня союзник погиб. Я думал, союзник его завалил. Союзник помер. На нафиг. Гнида. Ты тоже иди нахер. И вообще иди куда подальше. Воу-воу. И что я с ними должен делать? Они же шизнутые. Ё-моё. Надо убегать. Вообще отсюда, из дома надо из этого убегать. С вечеринки с этой убегать. О! Хорош! Тебе тоже стулом, пожалуйста. На. Можешь не благодарить. Да иди ты нафиг. Блин, это потненько. Это прям кошмар. На нафиг. 2 неожиданных дебила в конце. А где этот, кстати? Где я его подстрелил стулом-то? Где его настиг стул? Я бы взял его стреляющее устройство. Ну, что, иди сюда, будем разбираться. Что, сам умный, да? Блин, одна попала, вторая нет. Вот теперь 2 попали. Нормально тебе? Хорошо? Гнида, это тебе за моих союзников, падла. Получил? Вот так вот. Фух. Ну что, такая вот вечеринка. Последствия, которые вы видите. Да, выход, я думаю, выход у нас там, где вход. Да, там же, где вход. Как пришли, как говорится, так и ушли. Да. Вот такая вот вечеринка. Что там, стекает говнище квадратное, кровище. Кошмар. Ужас. 225 врагов. 225 врагов. Ё-моё. Чтоб я так жил, это... Ох. Да. Ну и, конечно, неприятный сюрприз в виде этих последних говнюков. Я думал, там еще где-то кто-то спит на диванчике, как эта мумия обосранная. Нет. Стреляющий этот самый. Он как был уровень про парк. А он у меня есть на канале, выложен тоже от Якуза Меркидзе. Что-то там про парк, как-то он называется. С парком что-то связано. По-моему, я его назвал Злобный парк. Или как-то так. Или Недобрый парк, что-то такое. Там тоже был один такой вот.
Тоже стреляющий. Бегал с этим самым, с тейзером и пулял. И в первый раз у меня даже завалить умудрился. Но здесь как бы ему не повезло, потому что я оказался слишком крут. Ну, у меня были союзники, конечно, да. Вернее, один союзник. Тот второй погиб еще до этого, я так понимаю. А этот дожил до конца и непосредственно смог оказать мне посильную помощь. Ну что, такой вот уровень достаточно большой, с сюрпризами, в том числе с неприятными. В принципе, в стиле автора сделан. У него большая часть уровней сделана вот примерно в такой же схематике. Так что, кого заинтересовало, уровень называется Spooky Party Rucus. Автор Servbot Merkidzi 2.0. Заходим, скачиваем, играем, ставим лайки. Вот здесь лайк ставится для тех, кто не знает. И, соответственно, как бы празднуем Хэллоуин. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Подписывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.